Добрый вечер, дорогие друзья. И вот у нас наступает уже следующий 2017 год, и мы сегодня собрались на мастер-классе вот этой замечательной девочки Сони Тюриной. Она сейчас с нами занималась, показывала, наверное, часа два, как нужно играть на саксофоне, и заодно выбирала новый мундштук, новые трости. Да, Соня, как, расскажи твои ощущения? Ну, я не знаю. Ну ладно, так, еще раз, да, давай. Нет. Как его называется, мундштук этот? Не надо, мне вообще ничего спрашивать. Почему не надо ничего спрашивать? Ну расскажи, какое произведение ты вообще приготовила сегодня, чтобы нас поздравить с Новым годом? Фиесту. Кто написал? Андрей Владимирович Иванов. Ну давай тогда сыграем. Скажешь несколько слов и поздравишь. Ну, кто твой преподаватель? Ну-ка, расскажи. Владимир Николаевич. Мне кажется, что нужно обязательно поздравить его, прежде всего, да, с Новым годом. И родители, да? Ну, можешь поздравить кого-нибудь. Давай. Ну, по крайней мере, давай привет передадим ему. С Новым годом! Владимир Николаевич, да? Также передаю привет музыкальной школе. Музыкальной школе? Да. Ну что, я думаю, мы с Соней должны поздравить всех с Новым годом, пожелать им таких же успехов, как у нас, да, были в этом году. Да? Ты довольна вообще этим годом? Довольна, Соня, этим годом. И мы вам желаем счастья, здоровья, любви, радости, творческих успехов, новых достижений, побед и всего самого-самого лучшего в новом 2017 году. С Новым годом! Ну что,